Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр, и сегодня мы посмотрим на игру под названием «Маленькая Академия Ведьм». Надеюсь, я правильно прочитал, потому что я не уверен, что написано «Ведьмы», но мне кажется, что это «Ведьмы», на картинках же «Ведьмы», правильно, все правильно. Давайте посмотрим демку, и что это за игра. Опять какая-то анимешка. Потянула меня на анимешки, может быть какая-то аркада, может быть платформер, это может быть все что угодно. Но это... А вдруг какая-то пародия на Гарри Поттера? Вот это будет круто, кстати. Походить по японскому Хогвартсу. Не знаю. Классно будет, наверное. Это вот наши учителя. Смотри-ка. Ой, я что-то выбрал. Вот нам предыстория. Жила-была обычная девочка с деревушки, которая питалась дошираками. И тут она увидела бесплатный билет, который отправляют ее в школу ведьм. Маленьких ведьм, потому что она... Лоли, да. В общем, приехала в этот японский Хогвартс, и там такая фигня началась. Женщина с луком ее предостерегла, что, может быть, какие-то хентакли обитают в лесу. Ну, конечно же, стало интересно, потому что она не знает, что это такое, и потом она взяла лук. Лук. Она взяла лук и выстрелила в башню, и попала прямо директору в лоб. Она так гордилась своим поступком, что аж заблестели глаза звездами. Она читала книжки, мангу, всякую фигню. У нее было две подруги, ботанша и зомби. Она их очень любила, потому что они были классными. А эта тёлка, которая постоянно её задирала из-за того, что она с деревни. Они изучали математику и астрофизику, метафизику, всякую фигню. Учились летать на метлах. Не знаю, зачем вообще-то делать. И целовали ей ногу. Запихали себе метлу между ног. Что, блин, зачем вы это делаете? Пародия на Гарри Поттера, окей. Дайте мне же побегать. Это игра или что? Я не понял. Дай, да, побегай. Боже мой. Ненавижу такие говорилки, где нужно долго болтать. А! Так, нам, походу, туда. Здравствуйте. Хорошо. Здравствуйте. Отлично. Так, смотрим карту. Блин. Реально Хогвартс. Черт возьми. Ладно, пойдем. Ту-ту. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Это все, походу, персонажи, с которыми можно взаимодействовать, да? Что ты скажешь? И почему-то не отмечено никакое задание. Куда идти и что смотреть. Ладно, пойдем наобум. Выходим. Что? А? Ты кто, блин? Какая-то злая-призлая училка. Поматеши. А, погнали, зомби-ботан. Сейчас она выберется из окна, как та девочка из какого-то фильма. Как он, звонок назывался? Гоголи-гоголи. Да, вроде звонок назывался фильм. Классный, кстати. Я получил какое-то здание. А ну-ка, что ты предлагаешь, каминажор? Привет. Гиперактивная негритянка. Мома. Нани-нани. Блин, японский язык такой смешной, такой милашный. Так, освободили путь нам плебеи, и можно идти дальше. Блин, такая походка у нее смешная.
Не понял, что это за хоббиты здесь? Тыля! Привет, Гориллос. Да. Понятно. Здесь у нас настоящий лосинь-колец собрался. Ля, и эльфы, блин, не соврал. Классрум 2-2. А это с какого-то другого факультета. Это Слизерин, да? Вы Слизерин? Ща будем с вами, блин, враждовать. Нет? Ну, окей. Снэк. Дэш. А это скользить. Погнали, вау! На это краса. Говорить всякую фигню, жаловаться на свою жизнь. Ну, в принципе, чем занимаются школьницы. Да. И куда это я делся? Стоп! Стоп! Не понял, что это такое? Что это? Что это? Кураур? Куры? Ай, блин, встрял. Смотри, это что такое? Я думал, что сейчас будет какая-то внезапная боевка в стиле Final Fantasy. Ну нет, мы еще будем играть только... Блин, они, походу, раздражаются нас очень сильно. Вот как всегда, есть такая тёлка, которая, получается, самая главная в компании, и просто две прислужницы, какие-то крысы, которые всякую фигню за ней повторяют. Ну это капец, ну как, блин, можно быть вот такой, не понимаю. В чем прикол? Так, ладно бы, если бы это было бы в аниме или в фильмах, в мультиках, в сериалах, в книгах. Нет, блин, это и в жизни такое существует. Есть... Ни хрена себе... Ты чё, блин, охренел тут ходить? Прошел, даже не заметил. Ни хрена себе тут, блин. Ля, какая магнятка. Хилда. Хилда, как меня зовут? Ако. Ако. Ака. Ака 47. Опять болтают. Что-то за... аудиториум. Мне аудитория не нужен. В общем, мы вернулись. Давайте сходим на самый высокий этаж. Hallway. Ага, меня это не пускают. Окей, тогда на низ. Я подслушиваю за хоббитами. Смотри, не впускают. Ладно, в общем, что можно сказать о игре? Это... Игра интересна, кому не нужна никакая не боевка, нужно просто зайти в игру, расслабиться, походить, послушать, поиграть. Для любителей аниме... Ты что зеваешь, нахрен, рассказываю? Вот так постоянно. Ладно, ребят, вы поняли мою мысль, с вами был Лысый Петр, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.